И всем привет! С вами Жигарь Плышаков, и тут у нас печенье. Я тут, конечно же, ничего не читаю, не хочу читать. Я все знаю. Слава еще их нет. Так, получайте. Блин, я не хочу вот этих слаймиков убивать. Они такие миленькие. Не, ну вы видели, какие они миленькие. Я сейчас и расплачусь. Вот он, козёл, вот это. Вот этот цыпик, он козёл. Он козёл, вот этот цыпик. Который мне дал такой квест. Я не хочу вот этих милых слаймиков убивать. Так, мне сказали продать. Матвей, не спрашивай меня. Просто говори. Чего ты там хотел? Ну блин, ну за что их убивать? Я не хочу. Да чего, Матвей? Может, ты мне уже 5 кинешь? Ты же хотел. Ты же очень сильно хотел. О, мне дали 500 монет и, точнее, денег, и я смогу открыть яйцо. Но я не хочу слаймиков вот этих убивать. О, мне выпал. Мне выпал самый крутой. Мне выпал самый крутой. О, у самого крутого WCLX3.1. Вот это много. Мне самый крутой выпал рарка за 4%. А ты еще молчим? Все, я полетел на дирижабле. Все, я приземлился. Ну мне самый крутой как бы выпал. Мне самый крутой как бы выпал. Из первого яйца. Все, кидай мне прядь, кидай. А, меня там что убьют? Смотри на моего крутого питомца. Ты видел, он самый крутой. Видел? Не, ну ты видел? Видим. Я принимаю. А зачем их тебе 4? Или сколько тут петов? А тут 5, может. Лучше бы дал еще одного, у меня бы было 5. Нет, это только мои. Так купи любого. И любого надо. А хотя не надо. На. Я их побеждаю. На. Блин, они были такими милыми раньше. И не бились вовсе. А сейчас вон как со мной поступают. Сейчас я куплю еще, ой, открою еще одно яйцо. И мне выпал предпоследний. Вот это мне везет. Мне это нравится уже. Мне нравится игра. Это топ-игра. Я чую, из-за вот этой игры надо поставить лайк. Я уже купил за 500. Так, вяжи куда-нибудь сюда, в Японс. О, так недорого. Вау, у меня такой вот меч крутой. Оп, принимаю. Чего?
Я уже тут пета как бы купил. Ты мне, по-моему, даже хуже дал. Или нет? Он сколько дает монет? И... А нет, ты мне лучше дал. Все, спасибо. Спасибо. На! Все, мы победим. Иди сюда, на. Все, опять победи. Ой, гостем. 2000 у нас. 2000. Покупаем меньше 100 000. И новый рюкзак за 400. Я таким темпом скоро раскуплю весь магазин. Чего там зомби мир? Не, я лучше с слаймами буду. Они милее. И получше. Я думаю. Как по мне, я думаю, тут что слаймы намного лучше, чем зомбики, потому что слаймы, они вон какие милые. Матвей, если что-то, я давно чат отключил, я тебя предупреждал, если ты там что-то написал. Переделок. А. И сколько она стоит? Возьмем до сих пор. Случайно как сам написал. Вот так вот сделаем, чтоб он понял. А то сейчас как заорет, как не знаю кто. Так, сколько там стоит? О! 28 000 я от сундука получил. Это... Это стоит 80 000, а у меня только 29. Я с сундука получил. А нет, 31. У меня 31 000. Так, я покупаю новое оружие. И покупаю новые рюкзаки. Вот так вот. Блин, что-то не хватает на это. Теперь у меня вон какая бита. Я сильный. С этой битой. На! Победил! На! Победил! Так, там какие-то слаймы другие. О, у этого больше хп. На, с одного удара теперь я их убью. Ну да. И я второго смог убить с 3 ударов. Не. Все. Так, я покупаю рюкзак за 11 000. В смысле? Десятое? Десятая оружка так дорого стоит? Матвей. Не. А, блин, я не попал. Бери. Блин, слаймный кошок. Он такой мил. На. О, мы победили его. Так. Бежим. Я хочу больше улиток убивать, чем слаймиков. Слаймики милее. Эй, ты, иди сюда. На.
Все, я его убил. Вау, вот это он угадал. Еще одного такого убил. На. И с прыжка. Убиваем. Добиваем, точнее. 10 000 мы с ним получили. Мы бежим. Я человек-паук. Ук-ук. На. Все, мы его победили. О, еще один. На. Мы победили опять. Привет, слаймик. Блин, жалко тебя убивать, но извини, братуха, мне придется тебя убить. Брателло, извини, пожалуйста, я не хотел тебя убивать, но меня заставили. Серьезно? До сих пор первый левел? А не, второй, третий есть все-таки. На. И все, мы опять вот этого победили слаймика короля. А не хайк слайм. Хайк слайм. Продаем. И покупаем новое оружие. На больше дамага. Так, следующее стоит 31 000. Это будет бронзовый меч. Следующий у нас. Не. Блин, жалко слаймиков убивать, но приходится. Тони, вон какие милые, ну видите эти миленькие глазки? Я вижу. Ладно, он идет к нам. Опять идет. Жара, ты лохуй не будешь? Ну ты подожди, у меня тут даже не предпоследнее все. В атаку! На! И победили. О, все, у нас запомнил. Продаем. И покупаем новый рюкзак. Теперь у нас места намного больше. И мы тут почти все купили. Нам осталось только 2 оружия и 2 рюкзака. И все, мы все купим. И получается, мы пройдем игру. Если мы купили все оружие. Да там еще один новый магазин какой-то. Походу там еще один магазин. Я не знаю точно, но я так думаю. Чат я смотреть не буду, потому что наверняка мне там ответь спойлер. Вот, а я не хочу спойлеры. Я хочу там все увидеть. Так, продаем. Простите, 1 000. Ну, в принципе, рюкзаки мне сейчас, думаю, важнее. Портал. Что это? А. Понятно. Он еле-еле как убивает обычных слаймов. А я вон хайк слаймы убиваю. И биг слаймов. Хайк это, по идее, и не гигант, не большой, а... Сейчас я вспомню. Сейчас, подождите. Секунду, сейчас я вспомню. Сейчас я вспомню. Я почти вспомнил. Я почти вспомнил. Кукол-переводчик. Хайк, Google-переводчик. Ладно, шучу. Он вообще тупой. Пойду.
А хайк. Я просто забыл, если честно, то я реально забыл, я раньше знал. Ну, мне там было что-то знакомое, поэтому я там биг, гиганта перечислял и так далее. Но я знал то, что это точно не вот это. Так, у нас последний рюкзак остался, только купить и последний. И два мяча. Ну что, давайте копить. Я думаю то, что в этой серии мы пройдем вот эту полностью первую локацию и все. Больше не будем. На следующей серии мы только будем еще новые локации проходить. Так, еще пройдем одну локацию в следующей серии. Бейсбол. Блин, почему у многих играх не отображаются у меня некоторые предметы? Я не знаю. Кто знает, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Может, это просто так тут сделано или что-то еще. Я просто не знаю. Да. Прыгай, прыгай. Прыгаем. Так, у нас там рейтинг. Почти третий раунд. На. Все, мы его победили. Третий раунд. Мы еще на 25% больше ставим. Старт. Короче, сейчас мы вам расскажем кодик. Сейчас мы вам его и расскажем. Он называется Start XP. Короче, тут старт новый, то есть только начали. XP, то есть опыт. Всем понятно? Я ей. Гений своего рода. Смайлик, маленький, слаймик. Вот не пойму. Что там Матвей пишет? Дайте я угадаю. Он пишет то, что код дает X2 XP. Возможно. X2 опыта. Я думаю, то, что так и есть. Да, я угадал. На 10 минут он сказал то, что он дает. Итак, мы тут почти все купили. Прыгаем. Вот так вот прыгаем. На. Я вот хочу новый микрофон купить. Но стоит он дорого. Я не знаю, и тем более какой выбрать. Потому что с этим, я не знаю, там такая связь. Вот такая какая-то. Я не знаю, что это за микрофон такой. И голос очень мой. Вообще! Не мой, понятно? Я думаю, его не понял. И бежим. Мы тут все купили. Мы такие молодцы, хорошенькие.
все мы купили. Мы купили бронзовый меч, и следующий у нас... Чего? Чего? Кулаки наносят больше бронзового меча или биты там и так далее. Чего? Чего? А, я понял. Мы качки. А такие очень сильные качки. Но мы будем ими. Тогда накупим 40 тысяч. Мы будем очень сильными качками. Вот так вот. Иди сюда, слаймик. На. Так. Давайте пьем его. Почему мне все пишут? Мне всегда пишут или звонят, когда у меня... Когда я видосик снимаю. Мне всегда пишут или звонят, когда я снимаю любой видосик. Не всегда. Всегда. Вот, например, в прошлом там кто-то позвонил. Например, Матвей. А в этом мне написали. И так далее. Я не знаю, как они так делают. Может, у них такой же хороший тайминг, как и у меня в Майнкрафте. Там просто Матвей делал мне подарок. Ну, в сундуке. Там положил алмазы, целых 32. И он хотел там поставить обсидиан, чтобы я его разрушил. Но я забрал алмаз. Он такой. А, ну ладно, тут ничего не было, походу мне показалось. И ложит туда опять алмазы. И другие вещи. Потом он такой, копай! А у меня было только железо. И я скрафтил алмазную кирку, и он такой, а это ты сделал алмаз? Какой у тебя такой быстрый тайминг? И так несколько раз, только с другими вещами. Покупаем кулаки, мы купили кулаки. Все, мы кулаками бьем, вон какие. Я ходил в бокс целых 1 000 000 лет. На. Иди сюда. На. Вон какие мы силочки. Он перезарядился или нет? Я вот это не понимаю. А, он перезарядился. Это нам помогло. Иди сюда, на. Ой. Мы с одного удара убили притом. Вон, вы видели? С одного удара притом убили. А так мы убиваем им с двух ударов. Это капец. Это просто капец. Мы почти уже на фарме. На, получи. Так. На. И почти уже нужно. На. Ой, мы с одного удара его убили. Продаем. И нам хватает. И в итоге мы купили все в этой локации. Мы купили самый крутой рюкзак в этой локации. Это 10 или 11. Мы купили самое крутое оружие в этой локации. Это кулаки. Они лучше, чем бронзовый меч. Даже. И все. Мы все купили.
Покупаем. Все, мы купили вторую локацию. Эй. Эй, как туда пройти? А, вот. Ну и на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать видео. Я вас попрошу всего лишь всего-то подписаться на канал, нажать эту кнопку. Это очень легко, потому что 400 чем-то человек нас смотрят без подписки. Вы должны нажать эту кнопку. Если она у вас красная, то она должна у вас быть серой. Также лайки тоже очень круто. И они такие очень крутые, как и подписки. Все очень круто, но колокольчик, если все это вместе, то вот красавчики. Просто такие крутые красавчики. Там и колокольчик, и лайки, и подписка. Это мега красавчики. Но те, которые подписались и лайк поставили, они просто. И все. Всем пока-пока. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. Всем пока-пока. До новых встреч.